23 октября 2024 года мы беседуем с Владимиром Оскаровичем Боксером. Много я искал в интернете информацию, пытался искать, по времени искал, но на самом деле в интернете о вас информации не так много, все очень скупо, да? Вот если бы мы сейчас с вами, нам с вами поручили написать, не знаю, статью в Википедии о вас, то что в ней должно было быть указано? Ну, я так сразу сложно сказать. Я никогда не ставил целью так выдвигать себя, что ли, на первый план. Вот, мне даже про это там говорили. Отсюда была такая одно время репутация у меня как бы отношение к какому-то там серому кардиналу, который там, ну, как обычно, это там, соответственно. Вот эта вот вся деятельность, она как бы заставляла быть и жестким, и достаточно определенный период времени. И, например, в Моссовете. Но это была такая, и не только в Моссовете, потом это в движении, это как бы была ироническая такая кличка, да, вот, но она потом вот прицепилась, то есть ее вначале как бы ввели в оборот, ну, такие люди, я бы сказал, немножко, ну, фрики в определенной степени, но и все смеялись над этим. Когда впервые об этом там говорят, а потом это прицепилось, потом уже больше, когда никто ничего там и не спрашивал, достаточно было сказать «кровавая клика» боксера, да, или там даже потом меня называли «кровавый», да, но это никакого отношения, потому что я вообще за всю жизнь никогда никаких просто там не осуществлял насильственных действий или чего-то там такого. Это было связано с тем, что в целом ряде случаев, например, во время решение вопроса по избирательным спискам, да? Кто будет фигурировать, например, на выборах 1990 года, приходилось очень часто, во-первых, два момента. Один момент, что все эти списки, например, вот Дем России на тех выборах весенних 1990 года, когда движение там, ну, как бы списки Дем России, это фактически были как бы списки, которые получили большинство, депутаты, избранные по этим спискам, получили большинство в Моссовете, и депутаты, избранные по этим спискам, составили ядро и большую часть тех депутатов, которые поддерживали там Ельцина, избрание его на тот момент председателем, значит, там вот Верховного Совета Российской Федерации там, и так далее, да. Вот, я был сопредседателем вот такого организационного штаба Демократической России в Москве, и мы все до единого, так сказать, кандидата Демократического блока, они шли через нас, там центральный момент было попасть в эти списки движения Демократической России, но проблема состоит в том, что я всегда как бы никогда не стремился навязывать какую-то волю там, да, там, клубам избирателей. В основе это были... и у нас была такая система, что нам их предлагали клубы избирателей. Ну, вот это было такое Московское объединение избирателей. И оно по районам... район его структуры состоял там из клубов избирателей. Но это была достаточно сложная вещь, потому что там были всякие другие горизонтальные структуры. Мы стремились всегда подойти к этому вопросу именно коалиционно. Вот. И там был, например, клуб избирателей Академии наук, у которого были, я бы так сказал, разные отношения с теми или иными клубами избирателей и с нами в том числе. Но в основе нужно было достигать какого-то всегда компромисса, там, консенсуса по каким-то отдельным моментом, и как бы через эти разногласия я понимал, что надо приступать, и я всегда стоял на этой позиции, да. Но, например, все равно получалось так, что вместо одного, например, кандидата от клуба избирателей, то есть фактически одного кандидата от избирательного округа, например, от демократов условных, да, у нас было где два, где три, где четыре.
Вот, по разным на то причинам, потому что иногда не могли между собой договориться там, или вот этот вот, например, клуб избирателей Академии наук, или у нас был комитет 19, такая вот ельцинистская такая организация, или еще другие, разве как уже партии появлялись в этот момент, типа там ДПР и так далее. Все было очень сложно. А в основе наша стратегия стояла в том, чтобы у нас был только по возможности один кандидат в каждом избирательном округе, с тем, чтобы не растаскивать голоса. Вот. Ну и, к сожалению, получалось так, что, я бы сказал, в большинстве случаев у нас было минимум, получалось, когда уже приносили списки, и приносили их буквально, был определенный дедлайн, да, потому что эти списки подписывал потом Ельцин. Ельцин подписывал их, их подписывали там еще три человека из наиболее известных таких вот как бы деятелей демократического движения. Но центральный момент была подпись Ельцина Бориса Николаевича, и он уезжал потом в большой такой турне по России, да. Он после этого, по его возвращению, уже никакого значения подписи эти бы не имели, потому что нужно было еще каким-то образом распечатать. Это же не было никакого ни интернета, вот, не было опять средств массовой информации, в которых можно было просто напечатать, кто есть кто. И центральный момент состоял в том, чтобы все избиратели знали, условно говоря, что вот этот там Вася – это из демократической России. Да? Ну, больше ничего. Вот. Противовес компартия, да, была вот Что? А противовес. компартии не было. Это сейчас мы к этому подойдем потом отдельно. Просто компартии не было как таковой. Вот в чем дело. И стратегия состояла со стороны, ну, руководящих структур от компартии, которые в этот момент были, не светиться ни в коем случае, потому что они все хорошо помнили уроки 1989 года, когда вот так они были от компартии, к чему это привело, когда там, особенно по Москве, по Питеру, по ряду других мегаполисов, они с треском проиграли почти во всех округах, да, и в том числе ведущие фигуры. Поэтому они сделали, так сказать, очень просто там нигде не было, даже и в законе не было. В законе-то ведь не было, и было просто-напросто в том законе, который был принят по выборам, там запрещалась агитация в пользу кандидата, там, допустим, от какого-то избирательного объединения. А мы не агитировали. Мы агитировали, просто писали «Голосуйте за демократическую Россию», а не за какого-то конкретного кандидата. А отдельно от этого просто была вот эта информация. А кто является кандидатом от этого демократического движения, в каком округе, больше ничего. И основная задача наша была просто проинформировать избирателя, чтобы он знал, что там, 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 там. А коммунисты рассчитывали, что поскольку запрещена такая прямая, как бы межпартийная, вот эта конкуренция нельзя, то просто никто не будет знать. И, соответственно, голоса растащатся, да? Вот там еще были всякие там независимые, еще какие-то там пятые, десятые. И чисто так вот, скажем, там статистически мы получим достаточно мало, да? Но вот мы таким образом, центральной нашей задачей, мы можем потом к этому вернуться, было просто проинформировать избирателей о том, что есть блок «Демократическая Россия», этот блок Ельцина, этот блок, там, условно говоря, на тот период, там, допустим, там, Травкина, там, в Москве Станкевича, Попова, Ельцин Попов, вот, ну и так далее. И от Московского объединения избирателей было четыре человека: ваш покорный слуга, Богданцева, Соколов и Орлов, которые тоже это подписывали. То есть это были такие списки, где Московское объединение избирателей и межрегиональная депутатская группа на тот период, ну, основные вот эти вот депутаты. Вот это так вот и было. А по И результатам выборов, какой процент удалось, собственно говоря, набрать? я могу сказать, в Москве мы получили абсолютное большинство
процентов 60 там с чем-то в Моссовете мест. Вот по России так примерно получилось, что треть, примерно около трети депутатских мест это были из Дем России. А дальше были различные независимые там как бы депутаты, которые тяготели туда, и было определенного рода болото, да. И вот, вот этот расклад позволил, как помните, в очень непростой ситуации Ельцину избраться с преимуществом всего в 4 голоса, да. Из тысячи, значит, не помню уже сейчас, там тысячи, сколько там, 64 или сколько там было депутатов съезда. И он получил с третьего или четвертого раза всего преимущество в 4 голоса. Именно вот по этой причине. Но треть это составляло такое вот ядро. Да? И тут не надо путать, потому что иногда путают вот движение списки вот этой Дем России, движение Дем России и последующие фракции. На съезде, там и в Верховном Совете, там была фракция Дем России, но там была фракция, например, радикальных демократов, подавляющее большинство из которых были избраны по этим же спискам, и некоторые другие там были, но это уже там отдельная материя. Я просто к чему это все веду? И вот в тот самый день, когда по нашей, так сказать, демократической привычке все делается, там после того, как вот остается 5 минут до дедлайна, все начинают что-то делать, к сожалению, это так, вот у себя дома, мы сидели у меня дома, и к нам приезжали, значит, приносили списки от всех этих клубов избирателей по Москве, 33, по-моему, вот, потому что они все это делали в самый последний момент. И несмотря на наши, мы же до этого там как бы курировали это дело, советовали им, там с нами советовались тоже оставить там по одной фамилии. Там было от двух, а в некоторых случаях до 4 фамилий, в большинстве случаев, да. Вот. И, скрипя сердце, пришлось, вот тут ничего не сделаешь, в ряде случаев решать нам самим, да. Мы имели на это дело, потому что до этого мы опять никогда не делали ничего таким образом, что просто так вот по капризу, вот, или по каким-то авторитарным моментам. Сначала до этого на различного рода собраниях, которые вот дали как бы на это мандат, процедуру проголосовали. Конечно, это не было так вот, допустим, что этому предшествовала какая-то месячная дискуссия. Ну, не те времена были совершенно, но тем не менее все это мы проголосовали, мандат имели, но мы очень не хотели так делать, но в некоторых случаях просто железно совершенно все эти округа были бы проиграны по чисто тому, чтобы один демократ боролся еще с тремя там или с двумя. И нам приходилось в каких-то моментах решать. А приносили нам вот дедлайн, допустим, с утра на следующий день надо было передавать Борису Николаевичу эти списки, а нам приносили всю ночь до 4 утра. Да, это вот так приезжали мы этим. Ну и мне пришлось, и брать на себя ответственность пришлось. Понимаете? Проблема-то центральная в этом состоит. И, конечно, там, где кто-то рассчитывал, что вот он тоже будет там кандидатом, он не стал, он на меня имел очень после этого заимел очень большой зуб. И, соответственно, такая вот у меня слава. Ну и потом было много других, каких-то, может быть, менее масштабных, но тоже острых сюжетов, это вольно-невольно во всей такой организационной деятельности. А Ельцину вот. Зачем нужно было эти списки подписывать? Я не могу понять. А очень просто. Вот есть, опять-таки, это не нынешнее информационное поле, когда у нас ну, огромные потоки совершенно различные там по интернету. Да? Каждый может... Тогда была совершенно ровным счетом обратная ситуация. То есть не было ни нескольких программ, ну, скажем так, как сейчас все вот думают, да, там, какой-нибудь там НТВ, там, и так далее. Вот был первый канал телевидения, но было там московское кино, как бы все то же самое, да, просто в одно федеральное, другое. И, в общем, практически больше ничего не было. Также точно контролировалось все радио, точно так же средства массовой информации. Появлялись какие-то там, знаете, такие... ну, как бы неформальные там издания, там газеты, которые так непонятно где печатались и просто раздавались там людям. И люди с необыкновенной листовки какие-то с жадностью все это хватали, потому что у них просто не было никакой информации. И в той ситуации, когда запрещалось именно в информации, которая официально в листовке через избирательную комиссию о кандидате,
запрещалось даже указывать его, скажем там, какую-то политическую принадлежность, по закону запрещалось. Как люди могли узнать, что вот это и есть, условно говоря, вот те кандидаты, которые за и которых поддерживают, как, ну, тогда же это ассоциировалось, что Ельцин в Москве в большей степени, среди, допустим, какой-то продвинутой в более, может быть, в Петербурге, еще там более-менее продвинутой публике были известны там фамилии, там, допустим, Попов, ну, известен был всем, кто известность приобрел впервые же, всю эту известность все, кроме там, пожалуй, Ельцина, приобрели по результатам выборов 1989 года в союзный парламент, на съезд народных депутатов. Вот там смотрела вся страна. И кого помнили, конечно, ну, помимо там Ельцина, там Сахар, ну, с демократической стороны Сахар. Вот, естественно, запомнили, исходя из таких самых горячих моментов, Попова, Афанасьева. В значительной степени запомнили в Москве, особенно он был популярен, Заславского Илью. Вот. Ну, где-то там было так, что в каком-то своем там округе еще несколько там было каких-то. А дальше-то все. Больше, в общем, просто никто ничего не знал. И центральный момент был при полной блокаде всей этой информации в средствах массовой информации каким-то образом известить людей. А о том, что сформирован такой блок, демократической России список, все это узнали на манифестации-митинги 25 февраля 1990 года. Была такая колоссальная, самая крупная за всю историю вообще-то Москвы, если так вот честно говоря, манифестация. Там огромное количество людей было, и там мы объявили о том, что вот существует такой блок. Тут не надо путать, это не движение «Демократической России», это был избирательный блок «Демократической России». Еще движение «Демократической России» к тому времени было создано. В Москве действовали от имени МОИ, Московского объединения избирателей, ну и в различных регионах это тоже было по-разному. Но был такой список, как бы избирательный блок «Демократическая Россия». И вот Ельцин, как наиболее, так сказать, ну его все знали, да, понятно, и как бы в значительной степени тогда очень многие как бы голосовали за, именно прежде всего, за Ельцина, да? Это понятно? То есть, и правильно я понимаю, что подпись Ельцина – это такой символизм, можно сказать, политтехнология, вот он подписывает, да, и люди знают, что он ручается за этих людей. При этом... что эти люди, это как бы люди, ну, условно, не было никаких партий там, ну, в широком смысле слова там были якобы там, но это на самом деле настоящими партиями они не являются, конечно, там, вот. А это вот как бы, грубо говоря, вот, ну, не только Ельцин, это как бы канализировано было, потому что большинство, да, я думаю, примерно, ну, это такая грубая оценка, ну, примерно 70%, скажем, из тех, кого там, кто проголосовал за кандидатов от блока «Демократической России», для них в первую очередь было так, что это как бы условная партия Ельцина, да, это кандидаты, которые за Ельцина. Но к тому времени уже была существенная, так сказать, дифференциация. Например, прежде всего, среди тех, ну вот, среди такого, среди городской интеллигенции, я бы сказал, и ориентирующихся на нее слоев. Потому что в основном, честно говоря, основу вообще всего нашего движения составляли именно эти люди. Среди них уже в этот момент, скажем, уже не меньше, а в некоторых случаях гораздо большее значение, это в меньшинстве, но было, имели, скажем там, другие известные в этот период депутаты, которые стали известными, особенно во время съезда народных депутатов СССР, или не депутаты, а, скажем, уже идеологически определенного рода направления. Но если мы ориентировали бы только на это, как очень хотели, так сказать, какие-то наши же искренне хотели коллеги, которые, ну, как бы, с моей точки зрения, да, не понимали вообще реального расклада и не понимали, к чему это приведет. Вот. А также очень хотели наши, скажем так, оппоненты, потому что
вся их стратегия состояла в том, чтобы растащить, расколоть. Вот, если бы вот так вот все бы разошлись по таким квартирам без создания такой какой-то цементирующей более-менее структуры, то это бы кончилось абсолютно совершенно по-другому. И так-то, на самом деле, вот тот же, представьте себе, что был бы, например, избран не Ельцин, например, там, скажем, какой-нибудь Полосков на тот период, который был от КПРФ, да, на пост, и как бы тогда бы все это там дело пошло, а с буквально минимальным преимуществом все это удалось сделать. Вот благодаря этой... Если говорить о развилках, да, вот, допустим, да. Полосков, ну, выбор был сделан, как бы ставка была сделана на Ельцина. А вот когда шли обсуждения, не было ли, допустим, таких голосов, типа, ну, вроде того, что, ну, Ельцин же это плоть от плоти коммунистическая партия. Вот председатель Свердловского обкома, да, собственно, да, говоря, да, взращенный коммунистической партией, и мы, собственно говоря, его, вчерашнего коммуниста, двигаем как демократы. Конечно, были. Вот поэтому я и говорю, вот, что два таких условных интересанта как бы высказывали эти подобного рода соображения. В первую очередь, совершенно искренне и очень мной уважаемые люди, которые, однако, ну, не понимали, да, что это вот так называемые, как у нас условно говорили, процедурные демократы особенно, да, для которых вот, ну как вот, пусть рухнет мир, лишь бы там, как там, самое, право восторжествовало там, или как там в оригинале, честно говоря. Вот. Это все понятно. Во-вторых, действительно, ну если сейчас так вот возвращаться назад, к сожалению, наверное, немножко придется, на самом деле ведь это было... С самого начала мы это знали прекрасно, это никакая там не партия, ничего, это коалиционная структура, задача которой была, так сказать, демонтировать коммунистический режим. Да? И мы стремились объединить всех, кто считал это важнейшим моментом, понимал, готов был к этому, и таким образом проводить свою работу с тем, чтобы до момента, когда этот демонтаж будет осуществлен, когда установится, ну, в какой-то совершенно еще незрелый начальный там начнется демократический период, да, уже, то тогда пусть все расходятся по своим квартирам, насколько, так сказать. Ну, естественно, мы не будем этому способствовать, но мы понимали, что это неизбежно совершенно. Поэтому у нас были совершенно различные составляющие в нашем демократическом движении. Ну, вот я вам, например, могу сказать, что, например, там, скажем, там... Михаил Астафьев, там, да, условный там Аксючец. Это те, кто потом, как известно, там резко разошлись с нами, и где-то с 92-го года они перешли в лагерь абсолютно такой вот оппозиции. Они, скажем, Константинов, еще многие другие, они потом были среди инициаторов и горячих сторонников первой попытки импичмента, например, тому же самому Ельцину в 93-м году. Это были, ну, так это достаточно условно, скажем, сторонники такой, ну, так, как вот их тогда называли, имперской такой демократической модели, да, раз. Затем было другое крыло, да, вот которому клуб избирателей Академии наук в большинстве своем, его участники, в основном, многие из них были выходцы оттуда. Это, скажем, мы могли бы назвать их условно чистыми такой сторонниками вот Сахарова, как они там понимали, и вообще вот такой вот диссидентского наследия. То есть в основе всего они, даже все их месседжи прежде всего основывались на правах человека, да, на всяких таких понятиях, до которых к тому времени большинство избирателей еще, ну, скажем так, не дозрело, да. Ну, просто для людей это были во многом не столь важные моменты, да. Можно было, конечно, строить всю работу свою
Мы с большим, так сказать, с очень большим пониманием относились к этим взглядам. Некоторые из нас просто примерно той же самой идеологии придерживались. Но представьте себе, что если бы мы бы вот все бы построили только в расчете на вот это, на вот этот вот месседж, сколько процентов бы проголосовало? А вот мы сделали один раз такой вот эксперимент, между прочим. Честно говоря, я тогда, ну, среди немногих моих, вот, из-за чего меня там как бы вот демиургизировали, так, был вот этот вот момент. Я, ну, в основном, как бы был основным таким разработчиком стратегии всех вот этих крупнейших митингов, некоторые из них просто, ну, допустим, там даже выбирал название, дату, ну, не считай там всей этой самой конструкции, как это организовывать и так далее. Действительно так. За исключением, пожалуй, первого. Вот тот митинг, такой самый первый на Манежной площади, я там просто среди прочих был. А после этого уже, да, и 25 февраля, и все последующие. Но естественно, и с этим всегда со стороны такого очень разнородного нашего актива звучала там критика. В частности, среди вот этих вот ребят, таких условных сахаровцев, да, что почему мы на первый, например, план не выдвигаем среди всех своих лозунгов, что это, ну, скажем, там митинг такой протестный, в связи с событиями, например, известными там, которые вошли как разгон саперными лопатками в Грузии, там, например, и так далее. Ну вот мы это слушали раз, слушали два, а мы почему-то вместо этого, ну, какие-то другие там, в основном там, выдвигали на первый план лозунги. Вот. И которые, как нам казалось, ближе просто по приоритетам тогда были к большинству избирателей. Ну и в какой-то момент, когда такая критика с их стороны уже пошла шквалом, у нас какой-то был один из митингов, и я просто сам тогда, ну, выступил, сказал, давайте вот им доверим, и пусть они его целиком, мы даже вообще не будем вмешиваться, и пусть они сделают вот митинг в основе. Пришло, ну, вот если у нас всегда были споры, 200 тысяч, 500 тысяч, некоторые, сколько там было участников, да, там, то на этот раз пришло 10 тысяч. Да? Это вот примерно было. Или вот другой был момент, это тут уже не только я, как бы все мы тоже, когда был известный такой вот, известное наше участие в демонстрации 1 мая, когда решили там отдельной колонной, там, что пойдут там демократы и так далее, ну вообще как бы считали там, что не нужно в этом отношении там так вот участвовать, да, потому что будет очень такой вот микс. Ну и тогда пришло где-то 30-40 тысяч, как считали, по максимуму там, человека. И это, к тому же, честно говоря, выглядели, ну, не очень там, скажем, там хорошо, потому что вот тут еще я немножко сумбурно сейчас говорю, как бы, но тут вот еще какой вот очень важный момент. Мы же как бы всегда старались, ну, ядро наше большинство, да, быть адекватными действительно, ну, тому сознанию тех людей, которые хотели перемен, но которые вовсе не обязательно должны были уже быть такими полностью на 100% идеологизированными, даже не обязательно должны быть информированы, вот быть вместе с массой. И основная стратегия была ровно на шаг вперед. Ровно на шаг вперед. Вот. А вот это движение, это в основном как было такое продиссидентское. И у нас были колоссальные противоречия с Демсоюзом. Да? Ну вот Валерия Новодворская, правильно? Да, с Валерией Ильиничной Новодворской, да. Потому что мы всегда четко совершенно разделяли себя. Мы, во-первых, были всегда против таких вот абсолютно, ну, скажем, там несогласованных, запрещенных акций. Ее основная задача была это, чтобы вот показать столкновение, чем больше будут разгонять, тем лучше. И, соответственно, и лозунги ее
ну, допустим, если сейчас вернуться, сейчас, я подчеркиваю, вернуться к тому, что она тогда говорила, то то, что она там потом говорила, другое дело, мы это оставим. А вот на тот период ничего такого суперского тут не было бы, да? Ну, что она говорила? О необходимости многопартийной системы, о частной собственности, о том, что коммунистический режим – это был ужасный режим, о том, ну, там, о том, какова на самом деле была роль Ленина, а не только... Ну, вот такие. Но когда ты это говоришь, а для 90% еще избирателей, которые готовы на реформы, готовы на изменение всего вот этого строя, но они еще не дозрели, не могут дозреть, для них это звучало чуждо. А во-вторых, вот эта вся стратегия, направленная только на то, чтобы устроить как бы драку, пусть, да, я помню, как она там в каком-то на дерево залезала, там кругом все это разгоняли, просто странно наблюдали, там я жил там недалеко от Пушкинской площади. Вот. Это как раз вело к тому, что просто к поражению, на самом деле, всего процесса. Мы прекрасно понимали, что достаточно глупые люди, которые с той стороны, они вот только этого и хотят. И центральный момент был проассоциировать нас, понимаете? Вот что все это из одного, что называется, там, как это там, бокала, вот и Новодворский, и все прочее. И потом тоже там часто такого рода стратегия применялась. А мы всегда в этом отношении стремились как раз ни в коем случае не ассоциироваться. Да? Вот тот митинг 1 мая, он как раз вот прошел таким образом, что и картинку такую, можно было бы сразу с большим удовольствием показывали, да, что какие-то там, ну, с точки зрения массы, полуфрики там вообще непонятно что, вот какие-то совершенно для них суперэкстремальные лозунги, поведение такое. Тут уже нужно было выбирать бы только одно, да? Если ты хочешь, чего мы не хотели, никогда этой позиции не придерживались, скажем, если строишь свою стратегию на насильственное свержение существующего строя, да, как бы хочешь повторить то, что когда-то там большевики делали, да, пожалуйста, иди туда. Но если задача твоя состоит не так, а задача твоя состоит в том, чтобы обеспечить именно демократическим мирным путем демонтаж этого строя и создание совершенно другого строя, то это совершенно не по пути, да? Не кажется ли вам, что вот ваша позиция, она более популистская, чем честность Валерии Новодворской? А я бы не... Видите, я могу сказать, что значит популистская. В определенной степени, если вы посмотрите на любых абсолютно, на любые политические движения, на любых политических деятелей во всем мире, в самых, что называется, так сказать, демократически продвинутых странах, то определенный элемент популизма неизбежно присутствует. Да? Ну, вот, скажем так, мне приходилось потом иногда полемизировать немножко, так сказать, с моими коллегами, да, ну, известно, что я потом достаточно был близким соратником Егора Тимуровича, покойного Гайдара. Вот по поводу того, какова должна быть публичная политика, в том числе со стороны лидеров как демократического такого, тут уже не движения, а ну, демократического крыла, скажем так. Вот среди... с чем они должны идти на выборах? И, в принципе, не только я это говорил, но мы все, конечно, указывали на то, что ну, вот такая вот просто позиция, когда, например, лидер или группа лидеров какой-то демократической партии будет все говорить вот, ну, буквально на уровне своего собственного сознания, понимания там и так далее, она честная, она очень честная. Она не имеет никаких шансов на то, чтобы кто-либо потом мог бы выполнять, скажем так, вот эту программу. Это разные вещи. Но тут есть очень тонкая грань. Есть вещи, которыми жертвовать никогда нельзя. Да? А есть вещи,
которых нужно понимать, как говорить с людьми, которые еще просто на тот момент, скажем так, не дозрели до этого. Я думаю, что я не себя только имею в виду, но и всей вот генерации вот нашей вот, вот этих. Я думаю, что нас принципиально отличало, да? Это то, что мы не с луны какой-то свалились, да? И мы не имели даже и морального права быть на позиции каких-то получателей, да, там, вот вы там ничего не знаете, вы ничего не понимаете, а мы уже вот знаем, что, например, там, что изначально, что рынок – это в любом случае лучше, чем, понятно, чем государственное планирование, что мы партийная система – это всегда лучше, не лучше, а просто это чем однопартийная система и т.д. и т.п. Проблема в том, что вот если взять даже, ну, скажем, там, меня как у бывшего, а бывших не бывает врача, свое, скажем, там, мнение по поводу ну, некоторых так, моментов, там, если касаться лично Валерия Ильинична Новодворского, почему она так говорила, почему не так, ну, это отдельная сторона. Вот. Но, скажем, это у них было, что мы носители, так сказать, абсолютной истины, а вы, там, избиратели, просто там, активисты, должны как бы просто брать на веру. Да? Вот раз мы так сказали, то так оно и будет. Но если мы знаем, что еще люди не прониклись, это, им нужен определенный опыт. Динамика потом идет очень быстро. Буквально за каких-нибудь 2-3 месяца те люди, которые боялись такие слова, там, скажем, там, еще даже не понимали, что это такое, для них это уже становилось главным. И вот здесь играла ту роль, что мы сами вышли из этой среды. Понимаете? Мы не были, мы на самом деле, подавляющее большинство, не были неактивными там диссидентами, там, скажем, там, приехавшими потом откуда-то. Мы не принадлежали в основном к элитарной части творческой интеллигенции, да, не принадлежали, которая обладала ну, гораздо больше информации, скажем там, относительно того, как живут на Западе, как у нас, чем мы. Да? То есть правильно я понимаю, что вы, как Валерия Ильинична Новодворская, даже не мыслили в таких категориях, поскольку сами не понимали, да, их когда-то. А потом, собственно говоря, ситуация, в которой вы оказались, там, что необходимо рыночные реформы вводить и так далее, это уже потом пришло сознание правильности этого пути. Конечно. Речь просто я бы сказал так, что у нас, ну, скажем, у тех, кто, ну, или у лидеров, или там у ведущих активистов, это сознание появлялось раньше, да, чем уже следующий. Ну, если бы вот у нас появилось, мы вчера там, допустим, уже это поняли, и должны проводить всю политику так, что и все остальные должны все это понять. Это было бы, я бы сказал, высоко, и так оно на самом деле с моей точки зрения есть. Это, может быть, эти люди, ну, мои коллеги, даже многие не понимали, но в основе этого лежит некоторого рода высокомерие. Понимаете? Высокомерие и больше ничего. Потому что оно основано на том, что, допустим, я условно, не я вот конкретный, вот, кто-то говорит, я узнал, допустим, об этом, там, в том числе получил ту информацию, которую подавляющее большинство просто советских людей не имели, на год, на два, на три, там, на пять лет раньше других. И на этом основании уже все. Я должен всех их абсолютно там получать. Я не должен людей к этому подводить. Я не должен давать им возможность самим, в конце концов, решать. И проблема стояла не в том, что я когда-то, а потом знал. Именно она стояла в том, что весь этот процесс, вся динамика политическая, которая началась, ну, где-то в 88 году, она и приводила к тому, что очень быстро возникали сдвиги. Люди оказывались как бы в новую реальность. Между прочим, при этом приходили совершенно новые, скажем там, активисты, лидеры. И так получилось, что подавляющее большинство это не были там, скажем, на какие-то на слуху известные имена. Вот. То, что те, кто были, например, там, в 88-м, даже еще в начале 89-го года,
кто о них вообще уже помнил, как о лидерах, там, допустим, в начале 90-х. Это, кстати, во всех. Вот я с большим интересом выслушал на презентации, я, к сожалению, забыл сейчас фамилию, выступление такого известного французского такого политолога, собственно говоря, вот автор вот этой теории, как все это вот происходит, как меняется моментально в ходе любого, условно, я условно называю революционного, но реформистского процесса, как просто приходит новый, и сразу меняется ситуация, меняется расклад, да, соответственно, меняется идеология, сознание, понимание всего этого людей, и это происходит очень быстро. И те, кто, ну вот если мы даже возьмем французскую революцию, да, там, скажем, великую французскую революцию, вот был Мирабо, да, когда-то, и это было там все. Вот буквально через год это уже абсолютно, скажем, уже устарело, он уже становится на стороне других абсолютно сил, потом приходит следующее, как бы, как новая карточная колода, следующая ситуация, и возникает совершенно те люди, меня всегда интересовал вот Робеспьер какой-нибудь в 1786 году, какие у него вообще были взгляды, что он там знал, но так я, это не к тому, что я хорошо отношусь к Робеспьеру, как бы не совсем так, мягко говоря, но с точки зрения вот этой всей вот динамики. То же самое происходило и у нас. И вот центральный момент, который, раз вы сказали про популизм, на чем я стоял, да, до определенного времени, это на том, что и у меня были большие споры с некоторыми коллегами, аналитиками, вот в том числе по поводу того, на что делать ставку. На такую совершенно уже идеологизированную абсолютно аудиторию, да, которая уже совершенно полностью так, в качестве приоритетов имеет вот, ну, скажем, там, либеральную демократию, как бы условно теперь там могли бы назвать, да, или на просто массу, которая стихийно, постепенно к этому может подходить, и в основе той поддержки, которую мы получили в 90-м году, и в основе, прежде всего, в поддержке, конечно, электорат, в основе того электората, который избрал Ельцина тогда, как символ, опять-таки, этого, лежал совершенно коалиционный принцип. Большинство, я бы сказал, это были, если можно так сказать, те, кто в этот момент, можно было бы, да, в этот момент по таким, скорее, популистским соображениям занимался. Ну, Владимир, получается, что вы отказывались от такой просветительской функции. Нет. А в итоге, когда начались, собственно говоря, радикальные реформы, которые вынуждены, ну, нужно было проводить, это что-то отрицать, в 91-92 году, запускать рынок и прочее, а те же ваши соратники, союзники, которые стали депутатами Верховного Совета, они, собственно говоря, стали в жесткую оппозицию и критиковали это так, что закончилось все это кровавой баней в Москве. Вы знаете, я бы сказал так. Я с этим, при всем уважении к этому тезису, не могу согласиться вообще ни в какой степени. Уж меня извините. Почему? Потому что, опять-таки, чисто такая, ну, получается... А вот надо же исходить из того... тут как бы создается так... если вот так, ну, скажем так, перевернуть его, то прежде всего спросим, ну, а если бы мы этого, например, не делали, то что? Да, вот что? Как бы фигуру молчания... Вы же тоже были ускорители, да? И для кого-то, да, наверное, для очень консервативной части населения, тоже были радикалами, как, конечно, для вас там казалось, Валерия Новодворская. Вот. Да. И они тоже, наверное, до сих пор стоят на позиции, что зачем они так ускоряли, могли бы вот идти, собственно говоря. Вот Горбачев же был не самый, собственно говоря, плохой руководитель Советского Союза из своих предшественников, ну, с предшественниками, если сравнивать там со Сталиным, с Андроповым, да? Все-таки это был более демократичный лидер. Условно говоря, могли бы как-то его
революционно вместе с ним идти, там вот Явлинский, может, на такой позиции стоит, да, сегодня, и как бы обвиняя вот команду там Гайдара там в радикализме, да, в каком-то и так далее. Два момента. Первый момент. Немножечко тут смешали две разных вещи. Сначала мы говорим, эпоха Гайдара – это, скажем, конец 91-го, начало 92-го. Это второй момент. И Гайдар, и вообще возможность осуществления тех или иных реформ, да, скажем, даже по-настоящему, если бы был там и Явлинский, условно говоря, если бы он попытался, это все было возможно только в одном случае. Если бы предыдущая система была бы демонтирована, да, и были бы созданы определенные на тот период демократические институты. Да. Это дальше уже возникает развилка, да. Что делать? Могло быть и были различного рода политические, так сказать, движения, структуры, проекты, которые предлагали именно такой постепенный подход. Некоторые тогда там апеллировали к китайскому опыту. Был, как известно, гражданский союз, да? Вот, скажем, который вот, в определенной степени, а потом он и стал частью этого, примерно в ту же сторону, как бы звал и Калалич Травкин. Вот, но все это было, все это размежевание стало возможным, уже реально обрело практически смысл только после того, как вообще появилась возможность для дискуссии по этому поводу, не дискуссии вообще отвлеченных, как было бы хорошо, а вот что если возобладает, вот, допустим, такой подход, то будет так, возобладает другой подход, то будет этот. Но вы говорите так про вот демонтаж. Что вы в демонтаж вкладываете? Вот сначала нужно демонтировать. Это демонтаж советского государства, которое в итоге, да, там было демонтировано, либо там советской партноменклатуры. Что конкретно? Так, речь идет очень просто. Речь идет, ну, скажем там, то, что о том, что знаменитое там это самое, о том, что коммунистическая партия является там ведущей силой. Это кто, собственно говоря? Это была, так сказать, одна из ведущих, основных наших направлений, да? То, чего мы делали. Это первое, да? Второе. Задача стояла в том, чтобы возникли такие институты, которые позволяли бы реально проводить многопартийные выборы без каких-либо ограничителей, которые были во времена советской системы, даже при Горбачеве. Если я тут же просто на этот счет не распространялся, но если вспомнить, то выборы 1990 года в значительной степени проходили еще в очень усеченном, проходили в условиях очень усеченного реального выбора избирателей. Просто все эти моменты, они стояли на во-первых, я уже говорил в отношении возможности, скажем, информирования избирателей, да? Мы с этим просто, естественно, столкнулись, потому что практически все средства массовой информации были для нас закрыты. Но важно даже не это, а стадия выдвижения. И закон был принят такой, еще как бы предшествующим этому Верховному Совету, с подачи, кстати, того же самого, Михаила Сергеевича Горбачева. Вот такой, что он существенно ограничил возможность выдвижения кандидатов, которые не были, так сказать, согласованы с тем же самым руководством. Вот этот момент. Затем уже реальная совершенно свобода, скажем, там, частного предпринимательства и все другие близкие к этому институциональные моменты. Вот это и было то, что мы сделали. Но дальше,
возник и развилка. И мы с самого начала знали, мы никогда не претендовали на то, тут есть две вещи. Есть первая часть, что наконец, ну как бы советская система, вот эта с плановой экономикой, там с однопартийностью. Нет, никакой Михаил Сергеевич Горбачев не решился хотя бы даже на двухпартийность. Там было много разговоров. Я присутствовал на очень интересных одной там дискуссии, как бы нас, ну, от демократического движения, с его ближайшим руководством. А посредниками были там вот эти наши академики-экономисты, там, типа Петракова, Богомолова, там, а с их стороны там был Шахназаров и другие. Да? Поэтому все это. Потом мне тоже очень многие рассказывали, как это все оставалось только словами. Значит, ну, этого не было. ЛДПСС они создали. Что? ЛДПСС, либеральный... А ЛДПР? ЛДПР, ну, ЛДПР, понятно, был проект, понятно, кого. Это понятно. Они создали, речь стояла о другом. То, ну, например, некоторые, ну, например, Александр Николаевич Яковлев, с которым даже я потом несколько месяцев работал. Вот. Был у меня такой период, уже потом, в 91-м году. Так вот, в 92-м тоже наш. Они предлагали создать хотя бы там, допустим, ну как бы вот разделить как-то так коммунистическую, условно говоря, партию на прогрессивное крыло, там отсюда там была генплатформа, и проводить выборы, исходя из этого. Может быть, когда-то на каком-то периоде это был жизнеспособный проект, хотя ясно, что потом все равно так бы не получилось бы. Ну и тем самым постепенно через вот эти вот институциональные инновации создать такую двухпартийную систему. Ну, они исходили из системы, которая в Соединенных Штатах Америки, которая там в основном раньше была в Великобритании. Вот не из такой европейской, не из многопартийной системы, которая в континентальной Европе. Да? Но этого ничего не было сделано. Есть второй момент, я о нем тут сейчас не говорю, это то, что как бы это еще был Советский Союз, и было еще, ну, то, что мы условно назовем, можно по-разному, там условно, что просто терминологически назовем национально-освободительное там всякое там движение в различных республиках, особенно сильное в Прибалтике, в Грузии, скажем, там, потом помните вот этот армяно-азербайджанский конфликт, вот, но по остальному это не являлось значительным фактором ни по Средней Азии, ни по Казахстану, ни даже по Белоруссии, если честно говорить, скажем. А вот применительно, да, в тот момент даже интересно, что если мы возьмем Украину, да, то это тогда больше ассоциировалось именно с Западной Украиной. Там уже последующий, скажем, там в этом отношении траектория, она уже возникла уже после распада, ну, скажем так, начиная с 91-го года, да. Вот. Это все было то же самое, да. Но вот задача состоит в том, что как дальше вообще существовать, что делать и так далее, это уже задача второго этапа. Если мы, так что мы никого не обманывали, мы, так сказать, никого никуда не загоняли. Речь стояла о том, что вы вот выбираете вот этот путь, да, который у большинства людей, у двух трех, в силу того, что они наблюдали, в силу той информации, в силу того, за что в конечном итоге выступал тот иной лидер, ассоциировалось у значительной части. Да, примерно, я бы так сказал, две трети, вот если так вот упрощать, две трети нашего электората это были так называемые ельцинисты. В Москве, может быть, 5, процентов 60, а в каких-то там других, я думаю, в каких-то других, там, скажем, там регионах и 80. Вот. А остальные это уже были, там, скажем, там, либо такие вот уже, ну, протосторонники либеральной демократии, в хорошем смысле слова, не в смысле Жириновского, или в некотором случае, да, даже сторонники такой вот, скажем, такой, как бы с возвратом к наследию царской России и в определенной степени имперского такого, но антисоветского плана. Вот вопрос стоял в чем? Найти какой-то на тот период, какой-то минимум общего пунктов,
для того, чтобы дойти до такой ситуации, так, которая существует уже в любой, так сказать, собственно говоря, стране, где сравнительно хотя бы демократически, с то, что дальше уже потом, естественно, будет размежевание, одни будут в одну сторону, другие в другую, и третьи в третью. Вот мы это, этому способствовали, а вот после того, как это возникло, если вы обратите внимание, мы уже создали, кстати, уже потом, это не просто блок был, а основа-то наша была движение демократической России, вот оно уже как бы актив вот этого блока, там фактически все это дело, он явился ядром для создания всего. Дальше возникла коалиционная структура движения демократической России, которая особенно в трудный период 91 года сыграла очень большую роль. Речь же шла не только об этих выборах, это вот выборы состоялись. Дальше идет 90-й год, другая часть, и 91-й год. И вот оно в основе своей, как бы оно было целиком и полностью коалиционным. Это фактически было. Вторая часть, просто чтобы немножко не путали. Это фактически был аналог народных фронтов, которые были в Восточной и Центральной Европе. Да, это была совершенно четкая коалиционная структура, без всякой претензии на то, чтобы быть партией. Я имею в виду, некоторые у нас пытались превратить ее в партию, и я всегда был противник этого именно по вот этой самой причине. Да. Вот. Некоторые, наоборот, пытались создать из движения демократической России ну, такую абсолютно рыхлую такую вот структуру, где с самого начала все эти различия только бы все больше и больше контрастировали, выходили бы на первый план, тоже ни к чему хорошему, с моей точки зрения. И когда говорю с моей точки зрения, имею в виду свою только личную, ну как бы раз вы просто меня интервьюируете, то я так и говорю, ни к чему хорошему бы не привело. А вот дальше, после 21-го, допустим, условно говоря, августа 91-го года, но это не сразу в один день, но в течение нескольких месяцев, возникла ситуация, которая неизбежно уже приводила к такой дифференциации политической внутри, в том числе вот этого демократического движения, которое вот было внутри этого условного народного фронта, и как это произошло в Центральной и Восточной Европе, когда, вот помните, вот эти знаменитые и в Прибалтике, вот эти народные фронты, кто сейчас о них, так сказать, помнит, там дальше естественным путем произошла дифференциация, образовались совершенно различные, в том числе, скажем так, мягко говоря, более чем недолюбливающие себя политические структуры, там же совершенно принципиальный различный выбор. Только наша задача стояла в том, чтобы по возможности, чтобы потом этот выбор избиратели могли делать именно демократически, а не так, чтобы, скажем, осуществлялся какой-то условный, там, допустим, переворот, и они этой возможности бы лишались. Вот центральный момент. С 92-го года неизбежно произошло постепенно, ее как бы много раз хранили, движение демократической России, все говорили, это я всегда знаю, но как бы из-за того, что вот группа моих коллег, там, и в том числе я, они как бы занимали там руководящие позиции, тут очень часто было постоянное свержение там нас, но оно никак не удавалось со стороны различного рода оппозиции, я бы сказал, не всегда образованных по принципиальным соображениям, вот, а иногда по принципиальным. Но этого не удавалось. Но с 92-го года эта вся история, это совершенно четко, примерно, или с конца самого 91-го, это усилилось где-то с середины 92-го года, даже, может быть, с весны. Это, естественно, размежевание, потому что нельзя... Вот я с самого начала стал, что называется, так сказать, твердым сторонником линии Гайдара. Да? Я не был там к нему до этого там близко. Вот это вот все произошло потом. И, собственно говоря, как вам сказать, я его выбрал, сам выбрал по зову как бы моего сердца. Да? Вот, потому что я понял, что это то, что нам... Но я никогда не претендовал на то, чтобы заставить все вот эту вот такую вот коалиционную структуру движения «Демократической России», скажем, всю влиться в его сторонники. Это противоестественно, ни к чему хорошему не привело. Да? И в конце концов это привело к тому, что постепенно, как бы по мере того, как гайдаровские реформы там, с тем или иным успехом или неуспехом осуществлялись, да,
это приводило к все больше и больше дифференциации. И, конечно, это ясно. Это еще с конца 91 года сначала отпали вот эти имперские демократы. Это преимущественно после Беловежской пущи. Да? Ведь 21 августа, я же тут немножко отвлекусь, 21, и тут я прошу прощения, я немножко скажу о, скажем там, как бы своем взгляде на вообще Беловежскую пущу. Да, интересно. Да, вот это интересно, и с учетом того, что как бы фонд Геннадия Эдуардовича и так далее. Да. Но я как бы, я не могу быть нечестным, да, и вот так вот сказать, что, ну, исходя из того, что вот сейчас вот здесь я с очень большим уважением к нему отношусь там и так далее, но я не могу вот сейчас как бы о мертвых или ничего, или хорошо, и я вообще в целом очень позитивно к нему отношусь. Вот, но я скажу вот по поводу, это принципиальный момент, по поводу того, что я считаю, что это было ошибкой. Вот это было ошибкой, немножко сравнимой, пожалуй, с тем, что имело место быть в Германии в конце Первой мировой войны, когда именно социал-демократы, скажем, ну и вообще прочие такие демократические политики, проассоциировались со всем этим Версальским там миром, с поражением Германии, со сдачей. И это постепенно привело к 1933 году. Вот не было бы этого, я думаю, в значительной степени пошло бы по-другому. Да. Я недавно об этом, кстати, узнал, читал там всякие там воспоминания, в том числе что говорил, например, Люндендорф там и так далее, что они, когда они поняли, вот эти ребята, да, что уже шансов никаких нет, проиграно уже все, уже там вот война и так далее, вопрос стоял, а кто вот вообще, кто подписывать все это будет, с кем это будет ассоциироваться. Он первый призвал своих, так сказать, там, скажем, там сторонников, свое окружение, не сопротивляться и дать возможность, чтобы все это проассоциировалось именно с демократами, да? Ну, условными тогда, там, в основе там социализма. И они спокойненько, так сказать, вот это все и делали. Хотя проиграли всю эту войну там, и это было неизбежно, все было бы то же самое. Но потом это возникло как такое вот роковое так, там, проклятие. С моей точки зрения, я очень сам скажу про нашу реакцию, да, это может быть ничего, что я так немножко, потому что вроде как вы меня интервьюете, если вам это интересно, я вам расскажу про нашу реакцию. Вот мы, да, ну достаточно были бы вроде как близки там к, скажем там, к тогдашнему там руководству, не то чтобы мы там, у них там сидели все время там в соседней комнате, но, естественно, все это координировалось, причем в значительной степени, вопреки тому, что думались не так, что нас о чем-то там, скажем, там говорили, ребята, устройте этот митинг, устройте это, там, делайте то, а мы сами уже, причем после больших дискуссий у себя, и сейчас носящих такой острый идеологический характер, вот мы принимали решение о том, что нужно поддержать, скажем, там, условно говоря, вот линию там, ну, которая шла от Ельцина, от Геннадия Эдуардовича, и уже там задействовали все наши ресурсы. А тут у нас был Координационный совет, я просто помню этот день, и вдруг получается информация о решении по Беловежской пуще. Да? Никто к этому абсолютно не был не готов. Все как-то так, все как гром среди ясного неба прозвучало. Да? Никто ни с кем там не советовался, ни вообще никак. Мы, как вам сказать, я не буду здесь ненормативную лексику использовать, но мы несколько офигели, скажем. Да, потому что никто из нас никогда не думал о том, что как бы в наших таких, мы, может быть, ее там даже не вербализировали, в наших ожиданиях в моделях было то, что после этого, естественно, ну, наверное, отпадет Прибалтика, это понятно, возможно, Грузия, а дальше все-таки останется преобразованное там демократическое там какое-то государство. Что там выйдет, кто-то отпадет, кто не отпадет, но мы не будем к этому ни в коем случае подталкивать, потому что мы полагали, что правильно, неправильно, другой вопрос, что
Это должно само по себе, так сказать, вот. Но то, как это произошло, это вызвало А это разве не само по себе вот произошло, нет, да? Это не произошло само по себе, конечно. Я еще раз, тут две разных вещи. Вполне возможно, я не случайно сказал про вот эти вот моменты вот в Германии, да? Там тем же самым бы практически, вот я даже сказал, бы, наверное, кончился. Вопрос состоял в том, что, получается, кто вроде бы как подталкивал, дали бы как бы возможность само по себе это произойти. Дело было такое, я думаю, там центральный момент был. И мы так это потом для себя поняли, это Украина. Да, да, референдум в Украине уже был. Несомненно, несомненно. Это один, я бы сказал, там два момента было. Ну, давайте сейчас по очереди. Один из них это был Украина, потому что она в этот период совершенно жестко, как бы ее руководство поставило вопрос на полное вообще отделение. Да? Там даже все помнят про первый советский референдум, да, о том, что хотим ли мы жить там, вот, в таком замечательном Советском Союзе и так далее. Вот, где большинство высказалось «за», но никто не помнит, в том числе довольно большой процент по Украине, но никто не помнит, как-то сейчас особенно не помнят о втором референдуме, где там подавляющее большинство высказалось за, ну, практически де-факто независимую Украину, примерно в то же самое время, да. Вот. Да, там это изменилось, это не носило, кстати, что интересно, такой характер, ну, такой этнический на тот момент, ну, наверное, там в Западной Украине в каких-то там больше об этом думали, а просто было такое несколько наивное представление, вот как вот рассказывали ребята, которые там в это время бывали, в том числе в Восточной Украине, что вот сейчас вот мы начнем жить самостоятельно, вообще там отделимся там от Москвы. И почему-то вот такой был какой-то такой расхожий какой-то сравнение. Будем жить как в Бельгии. Почему, например, как в Бельгии, а не в Голландии, мне не совсем понятно. Но вот так вот как бы они считали. Ну, были такие вот места. И вот тогда, вот тогдашнее руководство, как бы оно стало жестко стоять на том, что оно выходит. И, возможно, одним из моментов, который привел к Беловежскому соглашению, стало, так сказать, предположение, что может быть такая гораздо более мягкая структура, как СНГ. Это все же позволит там, допустим, ну не на 100%, скажем, там всем отделиться и, по крайней мере, хоть в этой структуре там как-то сохраниться Украина. Очень быстро выяснилось, что все это совершенно не так. Да? Вот. Мы, когда мы это узнали об этом, мы все действительно оказались, я вспомню, как это все замешалось. У нас возникла дискуссия, как сейчас все это помню. И мы стали для себя, так сказать, объяснять в этот момент, впервые, наверное, за всю историю вообще демократической России, пришел, поскольку Координационный совет там проходил как раз в помещении Моссовета, на тот период целый ряд, так сказать, вот, руководителей Демократии России там работали, или там, кем был. И пришел Гаврил Харитонович Попов, который формально был сопредседателем движения «Демократической России». Мы его первый раз так вот тогда избрали, но он не стал участвовать в этом движении. В тот период он еще, по-моему, еще там оставался формально сопредседателем. Или нет. Он создал свое там вместе с Собчаком ДДР, движение демократических реформ. Но был какой-то такой период, когда он формально еще числился. Но он не принимал никакого участия. Вот он пришел как бы в этот момент. Зная, ну, кто вообще в Москве там организует там эту самую, может организовать демонстрацию или митинг, и выступил перед нашим КСом с предложением, чтобы мы срочно организовали, значит, мощный такой московский митинг с протестом против этого, чтобы там все это дело было без всяких шуток. Ну, вот после этого у нас, значит, он сказал, ушел, после этого у нас началась дискуссия. Практически все, за исключением, по-моему, Михаила Астафьева, это предложение отклонили, но я вот вам скажу свои позиции, как я это аргументировал, выступая там, и многие другие нет, потому что были этому рады, а что понимали, что вот период такой, что, во-первых, это уже необратимо, во-вторых, что если в этот период, вот сейчас еще только, сколько там прошло после 20-го, начать еще вот такие вот разборки, как бы там, ну, там с властью, вообще непонятно, так сказать, чем кончится.
и как вообще все это в этом быть. А во-вторых, мы прежде всего вот именно подумали о том, что возможно, это действительно только вот такой, как бы вот такой мягкий вариант сохранения хоть какого-то такого вот, ну, как бы конфедеративного такого конфедеративной модели. Очень скоро, однако, выяснилось, что никакой конфедерации невозможно. Второе, это я очень хорошо понял, потому что я неоднократно по этому вопросу беседовал с Егором Тимуровичем. Для него вот какое было соображение. Я думаю, не совсем то, что Геннадий Эдуардович, потому что, ну, разные. Как бы у людей разные, знаете, чисто психологические приоритеты были, да? Для Гайдара, для него, как бы, он прекрасно видел всю ту абсолютно постоянно ухудшающуюся каждый день макроэкономическую ситуацию. И он просто это действительно, вот я после этого понял, что с его точки зрения, то, почему он там тоже там как бы все это поддержал, что для него центральный момент был, он как бы представлял, что если сохраниться вот в тех условиях надвигающихся, там, я могу полностью подтвердить, колоссального даже продуктового дефицита в крупнейших там городах, скажем, и так далее, и в условиях полного развала финансовой системы, и в условиях невозможности проводить финансовую, как бы реальную такую финансовую политику из одного центра, в условиях того, что фактически там кто угодно вот сейчас вот уже может вы, несмотря на то, что оставался, что интересно, еще Советский Союз, но имитировать свою собственную там рубль, в этих условиях кончится просто полным параличом. Да, это было реально такое вот действительно. Просто я думаю, что, наверное, все-таки это нужно было как-то вот не так делать, да. И я думаю, что это были те же самые соображения, по которым не только мы, как бы, ну, мы приняли какую-то резолюцию о том, что я сейчас не помню, но примерно суть ее состояла в том, что, конечно, так сказать, вот хотелось бы, чтобы сохранился такой общий проект, да, вот, и, но в таких условиях, с учетом там и так далее, наверное, это вынуждено. Что интересно, а часть как бы из вот эти самые сторонники имперской модели, вот с этого момента произошло размежевание, но были еще и другие голоса. Это просто это анекдотический случай. У нас был такой молодой, такой пламенный, такой, знаете, как юноша бледный, со взором горящим, такой Михаил, по-моему, звали Глинский, такой вот демократ. Как бы он выступил с такой замечательной в кавычках тирадой, что чтобы мы приняли такую резолюцию, что то, что развалился, да, Советский Союз, это замечательно, но этого мало, а теперь надо развалить Россию. Ну, так посмотрели, как. Это, ну, что интересно, это очень типично, что через полтора года примерно, когда начались вот эти все реформы и так далее, этот же юноша перешел на совершенно противоположные такие вот позиции. И когда он поддерживал там все то, что было там в 93-м году, там с другой стороны, там и так далее, в первую очередь, вот он как бы вот возмущался тем самым, что вот развалили там Союз. Да? Кстати, очень Но... важное замечание, потому что именно принятие декларации о независимости, о суверенитете РСФСР, да, привело в конечном счете к тому, что при подписании Беловежских соглашений РСФСР, да, Российская Федерация уже осталась в границах РСФСР, и ничего, собственно говоря, Ельцин не отдал, вот, благодаря вот принятой декларации о С суверенитете. точки зрения РСФСР, конечно, он ничего не отдал. Никто не спорит. Более того, я прекрасно помню, там, как была первая, там, это уже там просто дальше, вот следующий момент, что после этого возник реакция, там, возник спор с Украиной по поводу Крыма. И Попов, и Собчак, я хорошо помню, как бы в этот момент уговаривали Ельцина, чтобы, ну, как бы,
когда Украина, допустим, референдум уже вообще все уже совершенно как бы и последнюю ниточку связывающую там отрезала, и, ну, заявили о том, что они полностью независимы вообще от государства, произошла такая ситуация, что Попов, который в этот момент был крайне близок к Ельцину, да, и фактически, ну, таким являлся на тот момент его там, начиная с, особенно с августа по, до вот этого момента, таким ведущим, таким как бы политическим, наверное, бы, я бы даже сказал, ментором. Вот Попов, ну, как бы пришел к нему и как бы убедил его, что должны как бы изложить такую позицию. Пожалуйста, полностью отделяйтесь, а тогда возвратите Крым. И если вы помните, тогда от имени, по-моему, пресс-секретаря подобного рода заявление прозвучало. Но после этого началась такая, так сказать, там реакция со стороны, что интересно, подавляющей части депутатов, съезда народных депутатов Российской Федерации и со стороны подавляющей части депутатов даже Верховного Совета, ну, как бы был, съезд был больше, Верховный Совет меньше, и вообще всего такого, ну, как бы, такого политизированного общественного мнения, что тут же, буквально на следующий день, это заявление было дезавуировано. Попов после этого, я бы сказал так, попал в определенного рода немилость, он был отодвинут. Это правда, что вот, мол, он спровоцировал там Ельцина такой неосторожный шаг, и все это дело закрылось. Я тоже все хорошо помню. И, понимаете, я еще раз подчеркиваю, речь не о том, я, ну, как бы, не могу тешить себя иллюзиями, да, что если бы не было Беловежского соглашения, то все бы так бы осталось. Нет, я абсолютно уверен на 100%. И сейчас могу сказать, было бы оно, не было бы оно. Точно, что сразу, ну, очень быстро бы ушли бы все прибалтийские республики. Точно так же отделилась бы прежде всего Украина. Точно так же произошло бы с Грузией. Ну, она уже там Комсохотовская Грузия. И там, наверное, на тот период произошло бы с Арменией, с Азербайджаном. И, наверное, в той или иной степени с Молдовой. Я не уверен, что, по крайней мере, сразу, вот тут есть развилка такая, это произошло бы с Белоруссией. По-разному могло бы быть. И, может быть, могла бы возникнуть такая конструкция, что... А может быть, нет. Я сказать наверняка не могу. Потому что там просто не было такого, ну, скажем, там, влиятельного там движения за независимость. Это реальность, да, тогда в Белоруссии не было. Вот гораздо интересней, что было бы со Средней Азией и с Казахстаном, да? Дело в том, что мы тогда относились, так сказать, ну, после того, как все видели съезд народных депутатов СССР, где, в общем, депутаты, ну, назначенные, конечно, местными руководителями, они все там целиком и полностью голосовали за там генеральную линию партии и так далее. Поэтому психологические отношения, скорее всего, было у очень многих, как что это баласт, да? Ну, в том числе там среди продемократически настроенных избирателей. А вот Казахстан, если вы вспомните реакцию Назарбаева, он не хотел этого, да? Да. И он пытался, в этот момент у него были всякие там амбиции, там еще, наверное, с ним велись переговоры какие-то со стороны Горбачевского окружения и так далее. И тут могло быть тоже по-разному, но, опять-таки, я подчеркиваю, на такой достаточно краткосрочный период. Впоследствии, я думаю, если бы такое произошло, ну, всякие там, несмотря на то, что там еще не было в этот момент, это, естественно бы, скорее всего, произошло бы отделение, в том числе. Но это бы не носило бы, это не являлось бы таким, как бы, как вам сказать, родовым проклятием нового. На тот период оно, кстати, так не осуществлялось, совершенно верно, оно было крайне мягкое, что очень интересно, об этом все забывают, в том числе критики, потом ельцинского режима, там за вот такой вот развал, что тот же самый Верховный
Совет Российской Федерации подавляющим большинством, почти единогласно все это ратифицировал, там одобрил и так далее, в том числе и коммунисты, там и все кто угодно. Да. Там было всего, я сейчас уже не помню, конечно, там точно, но всего несколько человек, которые там открыто против этого там выступили. Это действительно так. Да, 10 вот человек, я тогда. Есть вещи, понимаете, которые выстреливают гораздо позднее. А на ваш взгляд, это как вот мое излюбленное сравнение, как когда вы открываете дверь, да, на пружине, да, и вот вы все больше ее открываете, все больше открываете, все больше открываете. Потом через много лет вот так это происходит. Я думаю, что это в определенной степени чисто, скажем так, тактически обусловило, то есть возникла ассоциация неизбежная, да. С учетом всего нашего наследия, нужно же понимать, какой, так сказать, там менталитет, в том числе у людей. Вот, невозможно переделать всех. Все выросли, так сказать, ну, в одной стране, там, в Советском Союзе. Да? А не кажется ли вам, что вот эти фантомные боли по Советскому Союзу, они, да, собственно говоря, просто навязаны политтехнологиями? Нет. Естественно, они усилены политтехнологиями. Это да. Но нет. Я чем дальше, тем больше всегда. Это как бы, ну, я в этом я, как скажем, там политический активист, как бы отнюдь там, так сказать, вот вы видели достаточно мало обо мне там упоминаний. Там, но у меня есть еще вторая стезя, которая очень много занимался в 90-х, нулевых. Там. Это политическая аналитика. И вот у меня есть, она такая, да ее никто, наверное, почти не читал никогда, работа, это в сборнике трудов Гайдара. Впервые я озвучил это все на, была такая конференция фонда Ульва Пальма в Москве в 93-м году. Вообще, как бы вся концепция, почему и как и все это происходило, да? И, наверное, с тех времен я вот стою как раз на той позиции, что, как вам сказать, если так очень упрощать, что базис и надстройка, да, там, скажем, если мы вернемся к тем временам, когда нам все это вдалбливали, насчет базиса и надстройки, что интересно, что ну, все над этим смеялись, но ведь все равно в значительной степени, вот даже в ожиданиях, даже во всем анализе политическом, прогнозировании, даже у демократических кругов в основе всего, опять-таки, идет так, что вот какие-то экономические там категории, моменты, ожидания, они являются базисом, да? А все остальное там культурные коды и все, что с этим связано, всего лишь надстройка, которая там потом поднастроится. Вот я стою на совершенно противоположной практически позиции. Ну, просто это все, я просто сейчас быстро скажу, просто это все гораздо более инерционно. Понимаете? Ну, вот эти вот моменты, там колбаса, там, а что будем там завтра есть, понятно, да, они могут. Но люди, они впитывают, ну, некоторые такие вот даже невербализированные, совершенно, может быть, и ими самими неосознанные такие вот культурные коды, еще с молоком матери в первые годы своей жизни и так далее. И интересно, что это даже потом остается у очень многих людей, скажем так, условно-демократически. Если не демократических взглядов, а я не могу сказать, что большинство там людей были там последовательно демократических взглядов в России, это не могу. Вот. Тем более, просто возникают разные ситуации, когда это все, но это как бы было, это вот вся та вот пружина, вот она так открывалась, а потом она выстрелила.
говорю сейчас понятно, я сейчас говорю, я не статью пишу, поэтому говорю достаточно. Я понимаю, но если, допустим, но если мы с вами представим, что все-таки поколения меняются, и сегодня уже ребят, которые родились после распада Советского Союза, становится все больше, ну, чисто по, понятно, по биологическим, как бы, основаниям. Но и при этом как бы им все равно, у них нет такой ностальгии, да, что там великие. Они родились с такой данностью, и, собственно говоря, с такими условиями, что вот есть Российская Федерация в тех границах, которые она была. Не кажется ли вам, что здесь было большое упущение как раз и команды Ельцина в том, что, во-первых, не проводилось просвещение и про рыночные реформы, и по поводу вот этого имперского сознания, да, то есть мало как бы людям объясняли. Или наоборот, достаточно как бы объясняли, что людей это даже как-то отвернуло, ну, в обратную сторону. Я вам скажу так, что я тоже там, если вот говорить про вот это просвещение, я тоже в этот период, я помню, бегал там, за фалды там пиджака хватал там всяких там членов Гайдаровского кабинета или его ближайших советников и говорил, что же вы делаете, разве так нужно делать? Ну, помните все это. Надо вот все это там объяснять. И там у нас мои ближайшие там вот коллеги по тем движению, они организовывали специальные там всякие консультативные пункты по разъяснению приватизации всего там другого, пятого и десятого. Только с моей точки зрения, знаете, это вот как, вот если есть такая вот волна, а это все вот будет как бы как рябь на ней. Это процессы, которые просто тем, что вот объяснили, а люди же вот не так вот, объясняем так, а возникает там вот реальный услуг. Гораздо больше, что вот обратите внимание, что интересно, это вот тоже вот такой вот показатель. Если вы сравните, это сейчас вопреки тому, что сейчас там вот говорят, что какая сейчас схема, да? Вот начались реформы гайдаровские, да, в 92-м году. Шоковые терапии, которые на самом деле, в общем, по большому счету, в полном объеме, но это другой вопрос. Вот. И все сразу, все подавляющее большинство, скажем, тех, кто поддерживал до этого там, ну, демократов, реформаторов, все вернулись против. Сразу. Что интересно, это крайне дифференцировано, опять-таки, в зависимости от, ну, скажем, там, относителей там, сознания. Да? В городах с очень большой прослойкой интеллигенции это было совершенно не так быстро и, в общем, очень долго тянулось. Да? Если вы возьмете социологический опрос, причем такие нормальные, да, то даже в конце 93-го года, в середине 93-го года, до 3 октября там и так далее, подавляющее большинство не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и вообще во всех таких вот, ну, более с продвинутым, условно я называю, конечно, это там с точки зрения образования там населения, они поддерживали, как ни странно, тот курс. Еще достаточно, я бы сказал, что произошел такой, ну, скажем так, такое падение существенное, да, рухнула эта поддержка, где-то вот уже на позднем таком Черномырдине, не позднем, но в конце 94-го, там в начале 95-го года. Это да. И то не в такой степени, скажем, собственно. Значит, что получается, что получается при этом, что все-таки то, что там в головах у людей, их культурные там вот эти вот коды, вот всех, скажем, условно, там в Тамбовской, например, там области, да, они были как бы не совсем такие, что в Москве, не у всех, чем Москва, возьмем там, скажем, там тот же самый Екатеринбург, тогда он еще, я не помню, был уже тогда Екатеринбургом, или еще Свердловск, по-моему, уже был. Вот.
Это ведь так. Поэтому от того, что людям объясняй, вот есть существуют гораздо более медленные, так сказать, гораздо менее даже осознаваемые ими процессы. Существует некая такая атмосфера, воздух, который определяет во многом те или иные, даже запоздалые их реакции, те или иные их ожидания. То, что сейчас молодые люди, скажем так, ну, во-первых, если мы берем в целом взгляды у более молодых людей и, скажем, там уже, которые родились до 70-го там, или там, до 80-го года рождения, то все-таки в целом, скажем, те, кому до 30-35 лет, да, они в несколько меньшей степени, но в значимости стоят на таких вот, как бы, позициях, что вот был там Советский Союз, что это, что этим можно только гордиться и так далее и тому подобное. Это, да, это действительно так. Вот, но в меньшей степени, но не в разы. Но не в разы. Возможно, если бы не было вот такой вот там агитации, то это было бы в более мягкой. А вот, ну, надо же прежде всего понять, а почему сложилась такая ситуация, что стало, создались условия для возможности такой агитации? Что они просто так с неба свалились? Вот случайно так, как тоже многие мои коллеги думают, что вот так случайно произошло, а вот, скажем, не было никакой заданности, а было бы другое, и была бы какая-то такая власть, которая, например, бы совершенно в противоположную сторону бы агитировала. Не кажется ли вам, что это как раз возникло из-за того, что вот на базис был заложен рыночной реформы, да, там как бы и частная собственность появилась, конкуренция, да, и так далее, но все-таки реформы не были доведены до конца. То есть верхушка и люди, которые могли, да, стать богатыми, они стали богатыми, а большинство населения, оно просто не выиграло от этих рыночных реформ. И поэтому появилась вот такая потребность, собственно говоря, вот в этом каком-то величии, да, что заменит там, собственно говоря, заполненный холодильник и так далее, комфортные условия жизни. А может быть, если бы как бы эти реформы проводились до ума, и капитализм был не для своих, а для более широкого круга, может быть, такими глупостями, как тоска по Советскому Союзу, люди бы наши не страдали. Ну, мы часто далеко зайдем, потому что у нас интервью превратится как бы... Да, знаете, оно уже стало таким философское, да? Да-да-да, спор как бы, ну, дискуссию, точнее, по таким базисам, таким моментам. Я вам так скажу, что, а могло вообще, но это уже более такой, может быть, сложный такой момент, откуда вообще взялось такое предположение, пардон, я так сижу просто, откуда взялось вообще такое предположение, такие ожидания, что вообще могла возникнуть, могли пройти такие какие-то реформы, которые вообще, ну, скажем, привели бы к какому-то другому там распределению там, скажем, там благ, собственности и всего прочего, привели бы к существенно меньшему расслоению там в обществе. Это один вопрос. Это примеры действующих капиталистических стран. Вот что проблема в том. А это центральный момент у нас. Ну, я не знаю, вы, может быть, так сказать, немножко так, это как бы, чтобы, не знаю, может быть, я с вами, с вашей позиции, или вы просто, так сказать, ну, умело... Я интервьюер. Меня умело, так сказать, выводите на этот спор, поэтому я не буду говорить, что я именно с вами спорю, но вот если говорить об этой позиции, да, это центральный момент. А почему вдруг эти капиталистические страны, старые, да, там старый Запад, там и так далее, кто вообще сказал... Это же было в основе каких-то таких, ну, я бы сказал, утопических ожиданий отчасти, что вот, а сейчас там, как это там было сказано, и заживем возле нашего там свечного заводика все там, с нашим свечным заводиком хорошо. Вот, перефразирую это, откуда вообще взялось это ожидание, что
проведут реформы так очень быстро, да, и все так вот-вот и так. И мы будем жить, вот я недаром говорил про то, что вот в этот момент в Украине говорили, будем жить как в Бельгии. А почему? Ведь там это, как в известном старом там анекдоте, когда про Англию там говорят, что проблема в том, что я стригу этот газон, подстригает уже века. Вот этот вот момент. И тут не последний момент играет как раз именно те культурные, я так их условно называю, культурные коды, там ценностная там система, вот все то, что меняется, даже не за одно поколение. Да, одно поколение уже там это. Так вот, с моей точки зрения, причем я, можно было подумать, что это сейчас задним числом вот так вот подумал, да, там после, ну, как бывает, там человек какой-то разочарование. И об этом писал в 91-м году. Вот был, у нас были большие дискуссии на пленуме «Гдем России». Это очень интересно, но тем мало кто там занимается. Вот буквально, как вы говорите, по сути дела, можно сказать, по философским вопросам, как ни странно. Там, не только по тому, где какие листовки клеить там, и так далее, поддерживать там или нет Новогорёвские соглашения. Но у нас были именно по ожиданиям. И вот я... позиция, с которой выступал, о том, что нам больше можно не бояться вообще никакого, что там многие мои коллеги в этот момент говорили, коммунистического реванша. И вообще речь идет не о том, что, не будет, скажем, будет возврат непосредственно, так сказать, вот к той системе. Вопрос состоит в другом, что мы попали, вот перейдя от советского, да, там вот этого строя, мы попали в такую ситуацию, когда у подавляющей части населения вообще нет никаких, там, скажем, денег, не только денег, нет никаких навыков и представлений о том, как жить в рыночном обществе. Да? Теперь есть очень небольшое число, я там как бы не конкретизировал, но если так говорить, что я думал, это, скажем, там, и как бывший там, приватизировавшиеся быстро в виде синдикатов, там, госструктуры, так и тот самый, ну, скажем, там, паракриминальный бизнес, там, и так далее, да, у которых все это есть. Какая возникает модель? Модель возникает монополистических структур, по сути, олигополистических структур, которые фактически имеют колоссальное с самого начала конкурентное преимущество по сравнению с любым каким-то таким вот вновь возникающим бизнесом. К чему это приведет? Оно, я сейчас не буду это повторять, что прежде всего приведет к монополизации средств массовой информации. Прежде всего телевидения и всего прочего. Да. Ну и дальше так вот, если же, к чему это дальше там приведет? Приведет к тому, что не будет, особенно вот первые решающие годы, когда, при которых потом формируются, так сказать, вот институции, и при которых, и которые, значит, не стремя определяют последующий вектор вообще развития, не будет конкурентного-то никакого капитализма. Это еще не считает того, что в этих вообще, вот есть южноамериканские, скажем, там, станции, простой пример, да? Мне вот, как это... Я балуюсь, там у меня есть такой, там где там афоризмы всякие там сочиняют, там и всякие. И там у меня было, что при особом пути развития, что Россия на каждом своем этапе выбирает особый путь развития. Почему-то каждый раз это получается латиноамериканский, да, в итоге. Вот я сейчас не совсем точно это процитировал, не в этом дело. Вот, но... мы попадаем в ту же самую ситуацию, в ту же самую ловушку, несмотря на то, что у нас как бы и великие писатели, и наука там была, там выдающаяся, там т.д. и т.п. И уровень вроде образовательного населения выше. А реально это у нас на самом деле примерно то же самое, что происходит в Латинской Америке, условно в Латинской Америке, да, сейчас это шире. Да? И там все это есть, там вроде бы как. И вроде бы как и частная собственность есть. А расслоение-то только растет. Это ведь так. Поэтому, но абсолютно, вот я считаю, что абсолютно утопично было бы, утопично было бы ожидать
того, что у нас возникнет вдруг такой же вот западного плана, там, скажем, такое вот такое капиталистическое общество, да еще самое главное с таким сравнительно хотя бы там равномерным распределением благ. Просто этого не могло быть, да, вот не сошлось бы. Ну, сошлось бы. А с моей точки зрения, вот этот центральный момент, что если, скажем, допустим, все это сходится, в теории, да, а на практике это не сойдется, это утопичество, значит, не сойдется, нельзя это уже рассматривать в качестве реальной альтернативы. Эта альтернатива, она только воображаемая. Ее как бы в списке возможных альтернатив не было, она рядом не стояла, да? И это еще много есть всяких других моментов. Это так еще что? Не забываем вот про тот момент, что огромное количество людей, это с этим связано в какой-то степени, огромное количество людей, да, вот после всего этого, это было частью как бы, какие бы они ни были, да, хорошие, плохие, пятые, десятые, это как бы для них было главным, да. Например, все практически 95% тех, кто в силовых структурах. У нас так волею судьи, таких было, в общем-то, даже не 1 миллион, скажем так. Да? И вот ожидать, что они вот после этого вдруг там скажут, ну и хорошо, там и все прочее, для них это как бы, ну, произошло крушение там смысла их жизни, да? Ну, многие стали бизнесменами. Для этого еще один момент. С чем совпало? Совпало еще с тем, что, и опять-таки это было неизбежно, с тем, что их статус редчайшим образом понизился. Да? Их сбрасывать, что вот потом вот эта энергия, как бы энергия разочарования, отрицания, недовольства и всего прочего, вот она так вот испарится, и в том числе не передастся, например, там их детям и так далее и тому подобное. Это в обществе все вызревало. И поэтому вот эти, это как пузырь. И поэтому вот этот пузырь, он неизбежно в какой-то период, он, да, лопается. Я не к тому говорю, еще раз я подчеркиваю, я прекрасно, я просто, чтобы уже там, так сказать, пардон, я не к тому говорю, что вот демократы эти развалили Советский Союз, да? Нет. Я еще раз говорю, что я практически на 100% уверен, что примерно, может быть, с некоторыми, так сказать, поправками, то же самое бы и произошло бы. Ну, растянутая. Но вот проблема-то в том, что у значительной части людей это уже прочно, это уже пойдет еще как минимум на 1-2 поколения. Возникла ассоциация, что вот как бы развалили совершенно осознанно, и что вот это все, это как бы направлено совершенно именно в эту сторону. Я не верю в то, что... Это не было. Не верю, что новые поколения, которые рождаются, да, вот сейчас, там, они, для них это что-то такое ценное и важное. Но я сам в 86-м году родился, ну, как-то я очень спокойно всегда относился к тому, что нет Советского Союза. Поэтому мне так кажется, люди, которые там после 85-го года рождения, они, для них это вообще не ценность, да. И это еще ненадолго, вот эта ностальгия, она... как мне кажется, такая агонизирующая ностальгия, вот, она сойдет на нет со временем. Ну, у меня такое убеждение. Может быть, я не прав. А что касается силовиков, то ну, они вполне себе тоже могут быть капиталистами. Кто-то там нечестным путем стал капиталистом, кто-то честным. Вот, мне вспоминается просто Дунаев Андрей, который, собственно говоря, был министром ОВД, а потом перешел на сторону Рускова Хасбулатова и против Ельцина выступил. И он, когда говорит, я сидел в Лефортово, вот, и думал, что ж такое, я вот на свою родину, значит, все время работал, думал, вот как, чтобы она была, значит, великой и так далее. И вот посидел я в Лефортово и понял, что остаток жизни я теперь буду работать только на себя, а не на родину. И теперь он успешный предприниматель, у него завод, санатории и, собственно говоря, вот... А видите, я говорю не про верхушку. Но что интересно, я даже в этом отношении, у большинства из них даже нет, даже у верхушки это ведь очень интересная такая вот развилка, что вроде как человек может быть и полностью вписаться. Да? Я не про всех говорю. И полностью вписаться и жить гораздо лучше, чем, условно говоря, вот он, допустим, он генерал, да?
Вот он, допустим, в советское время был генерал, да, там, лейтенант, допустим. И вот, допустим, вот постсоветское, и вот потом у него открылись по разным на то обстоятельствам те или иные возможности там в предпринимательстве. Мы знаем, как это по-разному открывается, но тем не менее, да, у кого-то так, у кого-то по-другому. И, объективно говоря, вот у него сейчас, ну, он просто в десятки раз лучше живет, чем жил бы при советской власти. И, казалось бы, вот он не должен по тем временам не ностальгировать. Ностальгирует, ностальгирует. Но как? И это совершенно естественно, потому что здесь, во-первых, существует, а вот там разные мнения. Во-первых, человек, он не прост. Вот, у него одновременно может существовать вот и то, и сё. Поэтому даже, я бы так сказал, я не говорю, что все они коррумпированы, но даже если брать вот коррумпированного такого человека, это все равно, как ни странно, это вот существует. Вот. А вопрос еще состоит в том, что произошло колоссальное статусное для них унижение. Потому что какой-то там, скажем, это уже я говорю про верхушку сейчас, я не говорю про, там, про майоров, подполковников, там, полковников, там. Я говорю именно про такую вот верхушку, почти как Дунаев и Леков. Был какой-то там условный там дяденька, да, который там, которого он даже там, допустим, бы и в дом бы не пустил, да? Так. И вдруг вот он теперь разъезжает там условно там на... И был какой-то период для него же, да, когда он к нему же пошел в услужение, да, стал руководителем службы безопасности или что-то в этом плане. Ну да, как в ЮКОСе. Да, но в ЮКОСе-то он еще как бы вроде бы как... А вот в данном случае вы не представляете, как очень многие из этих людей ненавидят вот это вот, потому что как, вот он был по статусу даже, знаете, что такое в Советском Союзе? Вот, допустим, ты был генерал-лейтенант, да? А, допустим, даже, я не говорю каких-то спецслужб, я говорю вот просто, да, даже воинских, ну, общевойсковой, там, в армии, вооруженных силах. И что, допустим, ну, сейчас, может быть, немножко изменится в связи с этим, ну, вот, скажем, там, как вот раньше было, да, и что это потом стало вот в постсоветское время, и особенно там прошло 10, там, 15 лет. Это совершенно абсолютно не то. А какой-нибудь там условный, ну, не знаю, как его назвать там, Иван Абрамович, который там, не знаю, там был, там, допустим, не знаю, или каким-то там младшим научным сотрудником, или заведующий, замзав базой, вот он сейчас там стал там миллионером, там, и они через все это прошли. Они прошли, это остается. Понимаете, это очень интересно, и очень интересно, это отдельное исследование требует, как это передается. Я сам не знаю точно как, но как это передается через поколение. Да? Это очень непросто. Да, там, конечно, бывают примеры, что вот отец был такой, а сын совершенно против, сколько угодно. А в целом, вот, знаете, я немножко отвлекаюсь, вот приведу такой пример, да, и я занимался довольно много, так сказать, вот, как бы электоральным анализом, да, там, до поры до времени, да. И вот на что интересно обратили внимание, да, вот, например, район, да, где-нибудь типа около Тропарева, условно, я просто сейчас привожу. И вот там всегда, я же вот могу вам сказать, что я раньше знал практически чуть ли не всю Россию по районам, да? Как только это очень чрезвычайно предопределено. Да? Могут быть фишки немножко по-другому, но тип голосования, как люди голосуют, это очень консервативная вещь. Когда у них есть возможность действительно так сказать, что можно узнать, как они на самом деле проголосовали. Я имею в виду не индивидуал, а в целом, ну, на участке, да, избирательность. Там даже вот на участке или в районе. На участке, да. Вот. То это очень постоянная величина. Она вот больше 10 лет была такой вот постоянной. Очень маленькие колебания. Что интересно, это вот объясняли тем, что здесь, например, там, ну,
такого-то рода, там, скажем, там, люди с таким-то доходом, там, с таким-то там образованием. И вот, есть избирательный участок, да, а на этом месте уже построены, ну, такие, скажем, там, элитные дома, да, элитные дома, целиком и полностью, ну, 80% избирателей – это жители этих элитных домов, да. И это не какая-нибудь там такая низовая интеллигенция, или там средняя интеллигенция, которая, может быть, там какие-то дети остались, тоже было. Вот этих же средних, но в основном как другая публика, да. А вы знаете, что голосование практически не меняется? Вот мне даже интересен вопрос, что воздух такой? А что? Или что-то вот все-таки вот так вот передается? Это очень интересный момент. Поэтому дети там, да, но какие-то дети, тем не менее, к этому очень восприимчивы, а какие-то там, скажем, там не очень. Вот к тому, что мы говорим. Поэтому это очень непростая вещь, но только это вот, это были даже исследования, да, там, скажем, уже там непринятно красив, вплоть даже до того, что, скажем, сравнивали, скажем, там генетические особенности тех, кто и всякие там и нейрофизиологические, тех, кто голосует, например, за Демократическую партию США и за Республиканскую партию США. Я подробно не изучал, я достаточно осторожно всегда отношусь к тому, что пишут средства массовой информации по поводу конкретных научных или в том числе научно-медицинских достижений, там, по поводу того, что там появилось лекарство, которое там лечит там, все виды рака, там, ну, это понятно. Вот. Но, тем не менее, это я так встречал уже даже не на совсем таком популярном уровне. Вот. И похоже, что что-то в этом... Это очень сложно вот изучить как бы все интеракции, которые происходят при общении людей. Да? И как и что закладывается. Но это действительно реальный факт. Да? Не стены ли пропитались вот этим самым отношением? Это реальный факт. Но, тем не менее... Если уж мы так вот вернемся, да, к тому, о чем мы говорим, вот движение, ну, демократическое движение, конкретно движение Демократической России, оно ожидаемо в 92-м году по мере развития вот, процесса этих реформ, по мере тех сложных процессов, которые он вызвал в обществе, да, с учетом различных, там, скажем, там, географических зон, да, вот, с учетом того мегаполиса, это, допустим, областной центр, это, скажем, просто средний город, мелкий город, там, сельская местность, с учетом, где это было, в какой ну, макрорегионе Российской Федерации. Все-таки с учетом этого оно стало естественным образом дифференцироваться, и из этого, из чего возникло яблоко? Я могу вам сказать, яблоко все почти изначально целиком и полностью, с исключением там самого там Киркорова Явлинского, еще там прямых людей, это вышло из такой как бы части Дем-России, но которая вот была несколько всегда оппозиционно как бы вот с той стороны, о которой я говорил, мейнстриму, да, вот они все целиком, я знаю тех, кто, так сказать, ну, во главе этого там движения, кто изначально приткнул Явлинского, тех, кто потом постепенно, но так это и произошло, да. То же самое произошло с этими, ну, так скажем, там, с партиями, которые выступали, для которых важным именно был вот Советский Союз, Великая Россия, там, и так далее, и тому подобное, да. Не Великой России, но в старом понимании, там, от царского режима. И поэтому, когда где-то к середине 93-го года, да, уже возник вопрос о том, что дальше делать, да, и вот появился проект по созданию выбора России. Вот я был одним из тех, кто в очень непростой дискуссии с моими коллегами выступил за то, чтобы
нужно самоопределяться, что нужно, что как проголосуют, значит, так и будет, что движение «Демократической России» как таковое должно проголосовать за свой фактически роспуск в этот момент, а кто, надеюсь, что большинство, но не все, примкнут к выбору России, вот, а остальные, кто как чего захочет. Некоторые мои коллеги, даже они там, так сказать, друзья были, они заняли совсем другую позицию. Что интересно, что несмотря на решение нашего, там, скажем, там, съезда и так далее, они как бы все равно остались под брендом «Демократической России», но мы не стали, что мы в судебном порядке будем какое-то иметь значение. Вот. Ну да, но и оно совершенно, так сказать, только уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось. Потому что это неизбежно. Это неизбежно. А если говорить о моем отношении к гайдаровским реформам, вообще всего, целиком и полностью, я могу очень коротко сказать так. Я считал и считаю, что применительно к экономической составляющей просто не к чему придраться в плане реформ Гайдара. То, что у него не получилось из того, что он задумал, вина уж никак не его, потому что он был понятно в каких конкретных условиях, целый ряд моментов он не мог решить. Он не был, что называется, там, наличным каким-то там лидером. Да он, во-первых, в любом случае это зависело от того, как Ельцин или, так сказать, те, кто на него влиял, решал. Ельцин исходил с того расклада, который ему представлялся, подчеркиваю, так сказать, на тот период там верным. Это всегда иногда бывало достаточно неожиданно, но там какую-то такую равнодействующую пытался проводить. Поэтому целый ряд первоначальных задумок, которые у Гайдара были, просто ему не позволили осуществить. И с этой точки зрения, когда там пишут все вот это вот насчет того, что если бы не Гайдар, все было бы просто. Я просто знаю очень хорошо, потому что в этот период работал, так сказать, там еще советником мэра Москвы, когда начинал. Я знаю реально, какой был бы голод, если бы не начались гайдаровские реформы. Более того, об этом мало говорят, но как вот в этот момент опять-таки советник Гаврила Харитонович, я участвовал в разработке текста, и он дал нам задание, он был крайне обеспокоен. Тексты письма, которые они вместе с Собчаком направили в этот период Ельцину. Письмо это было такое, что отпуск цен собирается осуществить с 1 января 92 года. Однако, как мэры вот таких крупнейших, так сказать, российских городов, мы прекрасно знаем эту ситуацию и можем нас, так сказать, заверить вас, что если отпуск этот цен, полный отпуск цен, не состоится хотя бы на 2-3 недели раньше, то есть серьезный риск того, что в Москве и Санкт-Петербурге наступит голод. Вот это было написано ими. Хотя оба после этого вскоре, так сказать, стали критиковать Гайдара за то, что он там проступил. Но есть второй момент, опять-таки, который не сразу там, так сказать, естественно, ко мне пришел, что опять-таки это тот момент, а как быть с так называемой надстройкой, да? Вот по всей логике эти реформы должны были, естественно, привести, ну, там, ко всем этим положительным результатам, которые не совсем вышло так, скажем. Но это не совсем вышло так из-за каких-то таких ошибок частных, да, или из-за чего. А вот с моей точки зрения это не совсем так вышло из-за того, что просто в том, вот, в той культурно-ценностной и традиционной там составляющей, а не в чисто экономической, они не могли достигнуть полного успеха. Вот просто, вот у вас есть вот эта плоскость, в ней делается все абсолютно правильно. А вот есть другая плоскость, и она не даст. Это да. Это не считая еще третьего момента, который у меня был. Это просто такой почти анекдотический случай,
что в избирательную кампанию 1995 года я как пришел к Куртемуровичу и поделился с ним, что мне тогда уже совершенно представлялось абсолютно очевидным, о том, что алкогольная политика, которую проводили, в том числе вот это там, так сказать, новое правительство, она принципиально, он просто, ну, как бы об этом раньше не очень задумывался, наверное, вот, что основу, в основе всего нашего, так сказать, вот то, что считают там, не знаю, там из-за гайдаровских реформ, миллионы преждевременных смертей, ну, знаете, смертей там и так далее, вот здесь есть только одно, что нельзя было, ну, не, нужно было проводить с самого начала курс на то, чтобы экономические условия способствовали более дорогой водке. Все, вот весь объективный анализ всей этой действительно колоссальной смертности, которая была с 92 по 94, особенно развиваясь в Ричине, связана только с тем, если так очень упрощать, что закуска была неадекватно дорогой по сравнению с неадекватно дешевой. Да? Вот это привело к тем слоям именно трудоспособного населения, которых у нас очень много было, как вы понимаете, вот которые уже были немножко на пути к этому, но тут ничего не скажешь, традиция такая у нас, привело к тому, что огромное количество людей умерло. Речь идет не об отравлениях, были они, как бы, какой ставился диагноз, сердце остановилось, значит, сердечно-сосудистая система и так далее. Там. Но он просто как бы... И он, знаете, он тогда со мной, что интересно, согласился. Ну, не был, но он сказал, что же нам теперь тогда, так сказать, значит, вводить снова монополию, да, на... Ну, может быть, то, что Гайдар насчет этого задумался, это очень важно. Вот. Потому что ты, ну, скажи ему там все, что угодно, что вводить какую-то там твердую цену, монополию, это... Но я как раз не стоял за то, чтобы вводить монополию, а за то, чтобы вводить минимальную цену на водку. Да. Ну, то есть акцизы тоже, да, могли бы подстегнуть рост цен. Да, 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 но минимально, но этого просто никто не понимал тогда. Что замечательно, я был тогда, вот нас было трое, один из руководителей избирательной кампании там, уже ДВР, и ко мне подошел другой, я не буду фамилию просто называть там, ведущий, там тоже руководитель этой избирательной кампании, на следующий буквально день, а он был близкий, просто личный там приятель Егора Тимуровича, они всеми дружили, посмотрел на меня так, таким тяжелым взглядом и сказал: «Ты что же, гад, на нашу водку покушаешься?» Это действительно было так. Владимир Оскарович, спасибо большое. Мы уже 2 часа с вами общаемся. Это как бы, ну, уже достаточно время для разговора первого. А почему я говорю первого? Потому что первое вообще интервью я планировал немножко по-другому сделать. А вы вышли, мы, конечно, в такой историографический, философский контекст, да, и от чего я получил большое удовольствие. Ну, как я тоже получил большое удовольствие, но я совершенно не ожидал, кстати, просто хочу сказать, что я не ожидал, что у нас... Я думал, что, ну, я же не первый, я думал, что будет как вот так, вот то, что вы говорили, например, как там, например, каким образом распространялась тогда информация, как готовился. Ну, это я все планировал. Это. Но у нас началось так, и мне тоже это очень интересно. Мне это все планировалось, но поскольку ход ваших мыслей мне импонировал, и мне хотелось как раз идти немножко в другую сторону, но давайте как-нибудь еще раз встретимся. Давайте с удовольствием. Я могу на себя взять обязанность, что я буду в этом отношении буду более, так сказать, дисциплинированным, продумаю, и будем вот просто, вы задаете вопрос, да, там, скажем, по вот этой конкретике, я буду на него, мы отойдем вот от этих мировоззренческих, я бы сказал. Не-не, но это то, что сегодня мы поговорили, это очень было интересно и хорошо. И спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо, будем на связи. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.